Всем огромный привет! Как давно я не снимала такого плана видео, влогового характера. Решила немного отойти от этих 15-секундных сториз Инстаграм и записать на мой канал на YouTube небольшое видео, да? В общем-то, хочу показать вам сегодня свой заказ небольшой. Буквально так, расходники от компании Faberlic. Ну, отдельное видео не хочу снимать, я потом обязательно сниму видео с новинками, с вот этими корейскими, так как я слетела с программы виповской, ну, в связи все-таки с этим кэшбэком, который был, слетели мы с мамой с программы с этой, поэтому заранее я не смогу теперь приобретать эту продукцию, но обязательно новинки я буду приобретать, как начнет действовать свой каталог новый, и обязательно я с вами поделюсь. Я хочу взять всю линейку, все попробовать хочу. Ой, вообще столько у меня изменений в жизни произошло в личном плане. Решения, этапы новые. Да, изменения это что-то новое. Это что-то неизвестное в какой-то степени, страшное, но все равно все к лучшему. Это однозначно. Ой, смотри, сейчас у нас на улице погода бушует немного, ветер, но не сильно холодно, ветрено. Также у меня сегодня будут тренировки мои обычные. Что новенького у меня еще? Мы с Лисюшкой подали документы на загранпаспорта. И это просто ура-ура. А я давно хотела съездить куда-нибудь. Очень давно хотела, конечно, хотела я с семьей. Но получается так, что мы поедем с Алисой только вдвоем. Вывезу свою дочь за границу, Дениса братья нет, он еще маленький, и это будет не отдых, это будет кошмар, потому что он везде лезет, да, и я считаю, что маленьких детей везти куда-то, это, ну, для них же будет не очень, ну, на мой взгляд. Вот, поэтому Денис будет со своим папой, а мы с Алиской двинемся в Таиланд, будет это в октябре. Я хочу, чтобы у нее это попало как-то на осенние каникулы, чтобы не так сильно затронуть ее учебу. Но посмотрим, как получится, как нам удастся взять путевки. Загранники наши мы получим через месяц. Кстати, очень быстро через госуслуги. Сейчас, если через госуслуги оформляешь, анкету подаешь, то 30% скидки тебе дается. И взрослый на 10 лет вот этот паспорт 3,5 стоит, а детский 1750. Здорово. Это экономия, это и быстрота, потому что ты тут же заполнил анкету, фотографию туда залил, отдал, тебе прислали одобрение и приглашение на оцифрование фотографии, на снятие отпечатков и сдачу документов. Все очень быстро делается. Здорово. Мне прям понравилась сама процедура, хотя я такие процедуры не очень люблю, да. Но понравилась она мне тем, что ждать не надо долго. Вот, что еще вам рассказать интересненького, что у меня еще было? Что у меня еще было? Я прошла несколько обучений. Одно было в Новосибирске, я не помню. Да, я, наверное, не рассказывала же, да, я же влоги не снимаю. Не рассказывала. В Новосибирске проходила обучение одно. Она по новому направлению для меня. Ну, кто только заглянул ко мне на канал, я фитнес-инструктор. В основном мое направление это зумба и стронгбой зумба. Ну, плюс сейчас я вот функционал вот прошла обучение и стретчинг вот прошла обучение. И в дальнейшем мои классы прибавятся на вот эти два направления, так как это мой основной заработок получается, да, моя работа основная, соответственно, нужно развиваться, нужно расти, нужно познавать что-то новое, чтобы давать людям что-то новое тоже. Ну и для меня, я люблю стретчинг, мне он нравится, это полезно, да.
Что еще такого было? Было-то, ну, в принципе-то больше рассказать о том, что было, наверное, нечего. Работу, энергетически выкладываюсь именно в свою профессию, и, наверное, так считают мои подписчики. Наверное, немного кривовато, потому что у меня как-то тут сдвинулось, да? Наверное, мои подписчики, которые следят за мной в Инстаграм. Ну, кстати, Инстаграм внизу в директе, если кому интересно, личная жизнь, потому что больше, конечно, он там как-то проявляется, нежели здесь. То считает, что я как-то углубилась именно в свою профессию, вот в эту, в свою работу, и подзапросила канал. Но нет, я его забрасывать не собираюсь, тем более, что мне сейчас надо копить на Таиланд, на себя, на дочу, чтобы нам съездить. А это все-таки маломальский, но какой-то пассивный доход, почему бы и нет, как помощь такая. Ну, это я имею в виду, что блогерам же, ну вот, что реклама вот эта вот выскакивает, а блогерам за это немного центов накидывают. А как-то мне писала, по-моему, женщина, ну, вернее, женского пола, да, ник, что 17-минутный ролик у меня был, и там у меня стояло три рекламы за 17 минут. Написали, что это было просто очень много рекламы за такое время. Ну, ваше право, вы же можете ее пропустить. Там есть такая кнопочка. Смотрят рекламу те, кто хотят поддержать блогера. Это никто не принуждает к этому абсолютно. Поэтому не ругайтесь, если вы видите рекламу, вы либо ее пропустите, и все. Не трепите себе нервы. И все будет хорошо. Кстати, по поводу нашей с Алиской поездки. Если кто был в Таиланде, скажите, пожалуйста, куда лучше? На Пхукет, на Паттайю или Паттайя, как там правильно ударение? По-моему, мне говорили, Пхукет дороже. Но вот в плане, что я с ребенком еду, где бы ей было интереснее? Хотя мне все говорят, интереснее ребенку в Турцию, но, если честно, меня не шибко туда манит. И у Алисы, и у меня мечта именно Таиланд слетать, посмотреть. Я хочу походить, посмотреть и природу, и какие-то достопримечательности обязательно, какие-то там экскурсии сходим с ней, в море, она хочет в море покупаться, я-то уже была, а она-то нет, для нее это будет что-то новое, что-то неизведанное и интересное. Вот, расскажите, куда можно сходить с ребенком, например, где бы ей было интересно. В общем-то, конечно, мне сказали, что с собой нужно брать столько же, сколько, в принципе, выходит по сумме нашей путевки с ней. Ну, будем копить, буду стараться. В общем-то, хочу, чтобы наш отдых с ней удался обязательно. Вот, и еще, куда я поеду еще, планирую, в Шерегеш, летом. Этим летом я поеду в Шерегеш. И, кстати, если кто хочет присоединиться, то приглашаю. Я как инструктор имею право приглашать, да, то есть от меня, от моего лица вы можете зарегистрироваться на фестиваль, будет огромный фитнес-фестиваль. Ну, это для тех, кто смотрит меня вот по Кемеровской области, Новосибирская область, Томск, Омск, ну, в общем, Сибирь, да, кому ближе Барнаул, там Алтай, кому ближе вот к Шерегешу, к нашей Кемеровской области, тем это будет, ну, интересная информация. Будет проходить очень огромный фитнес-фестиваль, развлекательный фестиваль, где будут различные мастер-классы, не обязательно по фитнесу, будут и по правильному питанию, вкусняшки всякие готовить, и живопись в лесу, и подъемы в гору, там очень красиво. Я уже в прошлом году была, в прошлом году возила своих клиентов, они также со мной поедут в этот раз. Сейчас, секунду, Алиска пришла. Алиса собаку гуляла, вот сейчас пришла. О Шерегеше, да? Вы можете зарегистрироваться, указать меня как инструктора. Если кому интересно, то внизу в комментариях пишите, хочу
с тобой в Шерегеш, да, то есть там будет 3 дня, 3 очень насыщенных дня с красивой природой, со свежим воздухом, с бассейнами, с разными мастер-классами, зумбовские, это вообще, ух, это будет взрыв мозга, это будет здорово. Ну и, соответственно, я тоже там буду принимать участие как инструктор, да, в зумба, стронгбой зумба мастер-классах. Познакомимся лично, да, ну кому интересно, обязательно пишите. Я думаю, нисколечко вы не пожалеете. Там бронирование в отелях будет, можно по пакету, который организатор предоставляет, либо можно самому забронировать отель. Само участие в фестивале стоит 1500 на 3 дня. Но все 3 дня будут заполнены по максимуму, и это недорого. Пока я с вами разговаривала, у меня память на телефоне закончилась и просто видео вырубилось. Поэтому перехожу к своему заказу фаберликовскому. Вот такую пасту не попробовала что-то я. Это новинка была такая. Так, артикул 1599. Давайте я, наверное, мнение о ней скажу, когда буду снимать видео о корейских новинках. Такая вот для эмали, для восстановления и укрепления эмали. А вот такую пасту для Алиски взяла, ягодную мяту. Мне она не очень нравится, она даже, наверное, хуже среднего очищает. Но так как она ягодная, для ребенка более-менее, мне кажется, будет. Ну, она приятная по вкусу. Себе вот такой гель взяла. Ультра клин-грин. Попробуй выговори. А масло маноки, салициловая кислота. Он может подсушивать этот гель кожу. Поэтому после него обязательно нужно кремом попользоваться. Ну и для вечернего очищения кожи очень даже хороший. Ну, линейка вообще хорошая. Гели. Так как у меня гели мои позаканчивались почти все, повторила себе грушу карамельную. Просто обожательно ее обожаю. Есть такое слово? И по акции вот такие два геля выписывала для интимки с афродизиаками. Мне нравятся упаковки удобные, хватает надолго. И также два вот таких средства для ванны, очищают они хорошо. Конечно, можно найти подешевле в магазине. Кстати, я какое-то средство, наверное, покажу вам. Понравилось мне оно, что-то рублей 80 с копеечкой стоило. Очень хорошо очищает ванну, это, конечно, дороже. Ну, а по очищающим, то даже, мне кажется, и получше будет. Но все равно уже заказала. Я сначала эти заказала, потом то купила. Вот такие носочки себе повторила. Мне нравятся фаберликовские носочки. Здесь две пары. Они довольно-таки долго носятся. Конечно, резинка у них жестковата. Может она передавливать. 804, 14 артикул у них. Это бежевые у меня. И вот такие две вкусняшки. Это протеиновые коктейли со вкусом капучино. Очень мне нравится этот вкус. Я на молоке развожу. Можно на воде, кто там следит за своим питанием, за калориями считает их. Но я развожу на молоке. Мне так вкуснее. И это как попить капучино, да? Но с белком. Конечно, здесь состав белка не прям вал-вал. Но я себе покупаю время от времени, их повторяю, ну, нравится по вкусу. И все равно вечером заменить перекус какой-то очень даже можно. Вот такие две водички дошли до меня наконец-то. Я попробовала вот этот каори бамбу, который меня вообще никак не впечатлил, да, ну, вот сейчас я послушала опять аромат, и он очень легкий, быстро выветривается. Поначалу, когда вы его наносите, так это вообще какой-то мужской аромат. Я ноты эти не поняла. Для меня неприятный. Да, зелень. Вот когда вот эта мужская какая-то нотка выветривается, он более приятный становится, но
очень-очень мало ощутим, по крайней мере, из пробника. И стойкость у него, ну так себе, 34-186 артикул пробника. А второй пробник – это фаворит, это мужская водичка новая, 34-128 артикул у него. И аромат, да, мужской, мне кажется, с сезоновыми нотками. Если честно, я не читала описание этих ароматов, какие там ноты верхние, средние и шлейфа нет. Но мне такого плана мужские водички не нравятся. Но она стойкая, вот даже с пробника она мне держится так отлично. Буду смывать, потому что мне сегодня вечером на тренировки идти. Не хочу, чтобы от меня пахло мужчиной. Стойкий довольно-таки аромат с сезоновыми нотками. Вот прям мужской-мужской, какой-то такой стандартный, обычный. Ну, мне не очень. Ну, это, конечно же, мое мнение. Ну, вот такой вот маленький, совсем маленький заказик. Ждите от меня новиночки. Вот про это средство я говорила. Сарма от налета ржавчины без хлора. Для ванн раковин, вот я для ванны использовала, и мне прям очень это средство понравилось. Оно так отлично и быстро очищает ванну. Ну, я говорю, получше даже фаберликовского, 500 мл. Вот такой вот. И, кстати, запах действительно не такой, ну, не убойный, да, вот бывают такие чистящие средства с очень сильным неприятным ароматом. Здесь такого нет, поэтому вот эту штучку могу посоветовать. Ну что, я-то одним днем не обойдусь, да, оказывается. Я с вами даже не попрощалась. Иду с собрания. Ой, волос. Собрание иду. Индивидуальные у нас были встречи у каждого родителя с учителем, с классным руководителем. Ну, в общем-то, все нормально у моей дочи. С учебой все хорошо. По поведению тоже, в общем-то, замечаний никаких. 4-5, и сказала она, что на следующий учебный год планирует Алиску на Олимпиаду по русскому литературе, что лисенок у меня очень рассудительная девочка, очень интересная. Ну, это я знаю, об этом мне говорят многие знакомые мои, кто с Алисой знакомится, да, так или иначе. Они говорят, что она у тебя очень своеобразная девчонка, такая рассудительная, как взрослая. Вот у меня волосы, интересно, мотали, мотали. Погода у нас сегодня испортилась. Она дождливую перешла. Сейчас пойду, получу еще посылочку. Пришла мне посылочка с Али. И потом покажу, что же мне пришло. Надеюсь, топ мне этот подойдет. Я уже распечатала, сейчас буду смотреть, что мне там за топ пришел. Это спортивный топ, поддержка, чтобы все было комфортно и удобно при занятиях. Может быть, кому-то приглянется. Давайте я ссылочку внизу оставлю в инфобоксе на него. Стоит недорого, в общем-то, ну, такой симпатичный. Сзади спинка у него симпатичная очень. Должна быть. Я надеюсь, он мне подойдет по размеру. Здесь, что мне понравилось, здесь вот эти чашечки уплотнителя есть. Без них я топы не люблю. Вот, смотрите, какая здесь спинка интересная. Вот такая на ощупь очень-очень приятная ткань. Смотрите, здесь она перфорированная. Это размер М. В общем-то, по швам, да, ну, более-менее швы сделаны. Так вот все тут. Так, давайте, может быть, я его одену и покажу на себе. Да, при таком освещении качество оставляет желать лучшего. В общем-то, так топик выглядит. Очень удобно, девочки, очень удобный. Ткань приятная к телу, комфортно. У меня размер М, хорошая поддержка и особо никак не жмет, да, смотрится. Ну, мне нравится, особенно спинка. Посмотрите, какая там спинка. Наверное, так не увидите. Еще с такого ракурса я хочу вам показать эту спинку, но она, конечно, шикарная, да? Красиво смотрится, я думаю, будет хорошо держать, и заниматься мне будет в нем удобно. Поэтому, кто хочет такой, заходите в
Ой, как он называется? В инфобокс. Это называется «Саша давно не снимала видео для YouTube». У меня все директ и директ. На этом, я думаю, буду с вами прощаться. Буду обрабатывать это видео. Надеюсь, мой компьютер даст мне это сделать, потому что он у меня бедненький, прибедненький, выключается постоянно. Я не могу видео не обработать нормально, не сохранить. Это целая эпопея у меня на самом деле с ним получается. Выключается, может половину сохранить и выключится, приходится все заново делать, но надеюсь, все у меня сложится, получится, и я выгружу это видео. Всем до скорых встреч, не теряйте меня. Пока-пока.